Проверить электронную почту, создать и сохранить документ, воспользоваться поисковиком. Раньше все это было таким незнакомым, сейчас химкинские пенсионеры уверенно штурмуют просторы интернета. В городском округе проводят курсы компьютерной грамотности для людей пожилого возраста. Учат самому простому, но необходимому в повседневной жизни. Изначально у нас был курс по пользованию на сайте госуслуги. И когда пришли к нам посетители, мы поняли, что очень многие из них даже не могут владеть такой вот, значит, элементарной операцией, как включить компьютер, как пользоваться мышкой. Поэтому на основании этого была проведена работа и организованы компьютерные курсы. Игорю и Нине Береговым почти по 80 лет. В прошлом врачи. На пенсию вышли в 90-е, поэтому не успели познакомиться с технологиями. Сейчас семейная пара вместе посещает занятия, осваивает набор текста и работу с документами. Жена владеет немного, а я совсем ничего. Ну вот сейчас на занятия походил, я уже начинаю уже соображать, уже есть. Да, уже начинаю. Новые контакты, новые лица, новые люди. Это тоже хорошо. И времени теперь много. К внукам ездим в Дмитровский район только по воскресеньям, поскольку они в саду и в школы. Поэтому у нас целая неделя свободна. Впереди много новых знаний. Курсы продлятся еще месяц. Занятия в группах по 10 человек, 3 раза в неделю. Научиться работе с компьютером можете и вы. Запись на бесплатные курсы компьютерной грамотности ведут по телефону 8 926 278 57 97. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.